Эта процедура подходит фактически всем – мужчинам, женщинам, любому возрасту. Максимальный результат от процедуры мы видим через месяц после окончания курса процедур. Чтобы узнать больше об аппарате M-Sculpt, в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как сделать ваш живот красивым. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы не пропустить самое важное, и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать памятку, как избежать дряблого некрасивого живота, для этого нажмите ссылку под видео. Также по данной ссылке вы можете записаться на консультацию. Зачастую люди тратят огромные усилия для того, чтобы решить проблему живота, которая их не устраивает. Они могут фактически умирать в тренажерном зале, сидеть на каких-то сумасшедших диетах. Все мы с вами знаем, чтобы получить хоть какой-то адекватный результат в тренажерном зале, нужно делать это правильно, а мало кто умеет это делать правильно. Это нужно делать всегда с человеком, который тебе подскажет, как это делать. Делать это регулярно и делать это очень интенсивно. И мало кто из нас может позволить себе тратить столько времени в тренажерном зале. Вторая проблема, о которой мало кто знает, это расхождение диастаз мышц живота. И вы можете, наоборот, этими тренировками в зале усугубить ситуацию, сделать ее еще худшей. Вы не получите никакого клинического результата и не будете красивым, и при этом усугубите вопросы своего здоровья. Аппарат M-Sculpt – это аппарат, которого мы ждали уже в течение 1,5 лет. Потому что это единственная на сегодняшний момент методика во всем мире. Называется она HIFEM – высокоинтенсивное фокусированное электромагнитное воздействие. Что это означает? Это означает, что мышцы начинают сокращаться настолько быстро, интенсивно, это называется супермаксимальное сокращение мышц, и в результате этого идет максимальный прирост мышечной ткани с одной стороны, и с другой стороны уменьшение подкожной жировой клетчатки. То есть за одну процедуру у нас с вами две точки приложения. Мышечная ткань, которая наращивается и тонизируется, и подкожная жировая клетчатка, которая уменьшается в своем размере. Эта процедура нужна тем, кто хочет квадратики на животе мужчинам, продольные полоски женщинам, тем, кто хочет плоский живот, тем, кто заинтересован в том, чтобы их ягодицы были рельефные, но так называемая бразильская попка, можно и так сказать. К этой процедуре, к счастью, не нужна никакая предварительная подготовка. Про фому неверующего. Понятно, что самые большие скептики и нелюбители медицинских процедур – это прежде всего мужчины, а тем более, если эти мужчины занимаются обучением правильному поведению в тренажерном зале. Я про инструктора. К нам недавно пришел инструктор, достаточно известный, который ни в коем случае не верил в то, что эти процедуры эффективны и работают. Каково же было наше удовлетворение, когда он получил результат, о котором даже не мог себе представить. И, соответственно, он стал нашим поклонником. Поклонником нашим и процедуры M-Sculpt. Технология HIFEM высокоинтенсивного фокусированного электромагнитного воздействия, она понятна, и я с удовольствием ее пишу. В течение 30 минут наши мышцы сокращаются 20 тысяч раз. И это сокращение не торсионное, к которому все привыкли, и чтобы не было путаницы с миостимуляцией, с классической, которую мы используем много лет. Происходит сокращение всего тела мышцы. И за счет вот этих сокращений происходит прирост мышечной ткани, и вот эта вот рельефность мышцы как раз добивается за счет этих эффектов. Это с одной стороны. А с другой стороны, за счет липолитического воздействия на липоциты, на жировые клетки, происходит их разрушение и уплощение подкожной жировой клетчатки. Сегодня точками приложения для нас являются живот, ягодицы. И совсем в скором времени мы сможем работать с зоной предплечья и с голенями для формирования красивого рельефа. Эффективно ли это по сравнению с посещением тренажерного зала? Ну, я не знаю таких физических упражнений и нагрузок, которые в течение короткого времени позволяли мышцам сокращаться 20 тысяч раз. Впервые я решил попробовать прокачать мышцы пресса на аппарате, независимо от тренировок в спортзале. Сначала относился скептически, но когда попробовал,
понял, что есть в этом смысл, есть эффект, и эффект значительно отличается от той тренировки, которую я провожу в спортзале непосредственно. Мне понравилась эта процедура, и я ее планирую интегрировать вообще в жизнь свою и в жизнь своих клиентов, потому как эффект диеты совместно с аппаратом M-Scalp будет колоссальным. Даже у тех, кто огромное количество сил и времени, энергии тратит в тренажерном зале, наступает зона плато, когда, казалось бы, достиг какого-то результата, а дальше уже нет результатов и дело не двигается. Вот как раз и для таких пациентов тоже, для таких людей тоже эта методика и будет работать эффективно. Те, кто интенсивно работает, тренируется в зале, часто сталкиваются с проблемой молочной кислоты, когда, поработав, чувствуют боль, тяжесть в той зоне, в тех мышцах, которые они подвергали нагрузке. Почему такая ситуация не случится при процедуре M-Sculpt? Сокращения мышечные чередуются с фазой релаксации, отдыха и с очень правильной формой вот этого самого сокращения, которое не позволяет скапливаться той самой молочной кислоте и не даст вот этого ощущения забитости мышц. И именно этим в том числе процедура M-Sculpt отличается от физических нагрузок суперинтенсивных. Мы в процессе процедуры поднимаем параметры до момента, когда пациент говорит, что он очень чувствует сокращение мышцы, и тогда мы фиксируем вот на этом моменте. Ну, понятно, мы постоянно пытаемся повысить параметры, потому что чем более высокие параметры, тем эффективность процедуры будет выше. Но эта процедура максимально комфортная, которая лишена необходимости анестезировать пациента. Само по себе вот воздействие длится 30 минут, полчаса. И доктор во время консультации вам говорит о кратности процедур, которые вам необходимо будет сделать. Максимальный результат от процедуры мы видим через месяц после окончания курса процедур. Как правило, он стабилен до полугода. У некоторых пациентов мы этот эффект видим в течение года. Есть специфические противопоказания, к которым относятся наличие металлических имплантов, не титановых, а именно металлических, и наличие кардиостимулятора. Все остальные противопоказания, их нужно обсуждать с доктором во время консультации, мы это оговариваем. Метод M-Sculpt хорош тем, что и реабилитации не нужно никакой. Пациент встает с кресла и идет, занимается своей обычной жизнью. Конечно, мы наблюдаем наших пациентов после прохождения курса процедур. Мы просим их приходить к нам, мы просим давать о себе знать. И если есть необходимость, то мы через какое-то время можем или сделать какие-то процедуры поддерживающие, или назначить какие-нибудь дополнительные процедуры, или вообще ничего не назначать, если пациент находится в прекрасной физической форме. В клинике Триактив накоплен богатый опыт по работе с телом, поэтому если вы хотите получить качественную медицинскую услугу, записывайтесь к нам. Чтобы скачать памятку о том, как избежать дряблого живота и записаться на консультацию в клинику, жмите на ссылку под видео. Нам очень важно ваше мнение, поэтому ставьте лайки, задавайте нам вопросы и подписывайтесь на наш канал.